В этот день станцию переливания крови в Лазаревском и Центральном районах посетили 35 участковых. Также в акции приняли участие и представители общественного совета при городском УВД. Каждый из них сдал по 400-450 миллилитров крови. Для многих полицейских эта процедура не нова. Офицеры сочинского гарнизона полиции не в первый раз становятся донорами. А накануне Международного дня защиты детей уж тем более не отказался никто. Этот день – это не только праздник веселья самих детей, но и напоминание обществу, что мы обязаны оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Медицинские работники поблагодарили стражей порядка за участие. Вся кровь будет направлена в специализированное хранилище и спасет не одну жизнь.